Наши друзья-акробаты. Друзья-акробаты, наша поддержка акробатическая. Дальше там художественная гимнастика, Ириночка. Будем некоторые секреты выдавать. У нас ставится номер. А это мои ребята, мои гарные хлопцы, которым я доверяю свою жизнь. Так, нас сейчас 1500 пока только. Жизнь она доверяет. Веревки пристегнула. Уже две. Я... Привет, друзья. Я включила намеренно перископ, поскольку в тот момент, когда есть зритель, я помню это на брусьях, я стараюсь, и я делаю по максимуму. Сейчас у меня хреново что-то получается. Мишка сейчас снимет красоту. 3000 нас вот зрителей. Давайте. И... Выдаваем вот так. И оттуда мы покажем. Угу. Сейчас мы вторую комбинацию. Или повторяем первую на ура? Ну, повтори первую для зрителей. Для зрителей. Чтобы ноги там что-то сделать с ногами. Вот здесь подняли. Сейчас передние подняли. Опустили передние сальто. Чуть-чуть горбом. Давай. Чуть-чуть горбом. Ой, молодец. Отлично. Супер. Хорошо. Супер, Виктория. А никто не сомневался, потому что вы просто ерундой занимались, задние делали. А передние? Назад сход. А, сход забыли? Какой сход? Сход назад. А, точно. Давайте я сажусь. Сход первый. Не, давай полностью. Я не сразу делал сход. А мы делали? Тут у нас есть уже, что повторяться? Не такой сальто. А, сальто. Ну давайте с этой же позиции. Чик-чик-чик. Понял. Еще какая хрень. Опять? Нет, Боня оказывается хорошая. Пойдем. Боня хорошая. Да. Ну я думал, что она испортилась, она не портилась. Боня клевая. Вот такие полосатики. Да. Самое главное, что у меня надежный мужчина. Что делаешь, Вик? То же самое все. То же самое сначала, что ли? Да. Полностью две комбинации? Да. Нет, а вот это второй. Сейчас, секунду. Виктория. Да. Ну давай, поделись. Что спрашивают? Да, спрашивают много чего. Ну-ка, рассказывайте, что спрашиваете? Перископ Куэлла. Ой, господи, как этот... как воздушный этот лунатик. Ну чего, вот тренируемся, вот я рада, что у меня есть такие классные партнеры, с которыми можно это делать и не думать ни о чем, доверяешь полностью. Это у нас проект «Без страховки» называется, который будет в эфире. Вот уже пошел, по-моему, сейчас говорят... С первого. А? С первого начнется, будет первый. Эфир первый, 31-го. Первый, да. То есть уже начинается, как это, реклама. Страшно, безусловно, страшно. Но если бояться, то можно и на Эверест. Хочу на Эверест. Поэтому бояться, чего бояться? Надо делать. Можно бояться, можно делать. А что вам сказать? Вы мне скажите, я пообщаюсь, безусловно. Вот сейчас наблюдаю за процессом тренировки. Она касается сзади, подзади, опускает руки со стойки. Мне нужно переворот прям делать. Все, давайте я переворот. Прям переворот делаю. Кто откуда, расскажите. Интересно, поделитесь. Прям переворот делаю. Прям надо. Делай. Ты руки куда? Я помощник Виктория. Такой. Зритель не помогает. Нет, посмотри. Я встала, я пришла. Смотри.
В наглую делаешь просто, ты все. Не, ну они стали делать. Я побоялся просто. Я не стал. Но я в наглую пошел. А, нет, он не выключил. Руки убираешь просто? Нет. Они просто спрашивают, покажи с там дарампыром. Ладно, если получится, что-нибудь переделать. Так, почему чай от Hidden? У нас съемки будут какого? 3-4 февраля. Приходите поддержать вот здесь, в этой. В этой студии будут как раз. Так, давай. Ну давайте попробуем еще раз. Понаглей, просто иди. Да. Понаглей. Ногой, батман. Упс. Батман, ногой, батман! Вот. Ну, мы молодец. Ноги вместе, прямые. Встал, молодец. Попробуй прыжок ноги развести. Ну, а в прыжке? Да. Куда? На ногу загнят. 15 минут длится тренировка. Да. Ничего. Меня зовут Майк. Кривой. Передний. Давайте еще несколько Гонбок, вопросов. Чуть-чуть. Молодец. Ну, дальше. Очень приятно. Руки давай мне. Монька красотка, естественно, да, у нас. Опа. Не дергай. Чуть-чуть давай. Юр, я бы стал делать. Не стал бы делать? Да. Я бы ее просто перегнул. Программа называется «Без страховки». Скоро на первом. 31 января первый эфир, так что welcome. Нет, я имею в виду, что вы сейчас вы делаете Нет. Седа, она сидит прямая, пытается сделать сальто. Я бы ей просто, например, сказал бы, отпускай Вик чуть-чуть сюда, вот она отпустила и набросила бы. Ну вот так-то, теоретически-то да, но здесь только, по крайней мере, сделаю. Вик, смотри, сейчас хорошо, уже... нога правильная. Не сгибай. Смысл? Только нога. Смысл? Только нога сработала. Легкая атлетика. А смотришь вперед. И все, и красиво. Ручки стоят. Кто еще участвует в шоу? Ребят спрашивают. Как вас зовут? Ого. Что делаете? Спасибо. Красавчик. Я ушел от вас. Викуль, давай еще. Да, этот же сет, помните. Попробуй махнуть сильнее. Ногой. Махни ногой сильнее. Вот я, вот он я. Подожди, дай попробуй. Все круто, не переживай. Было хорошо. Да, надо участвовать. Ну ничего не делай, ребят. Сейчас там меня еще заденут. Не убирай. Сильно. Не мелкие. 25. Ага, хорошо. Теперь надо подвинуть. Рост помаленький, да. Да нормально, если поднял, ты не трави. Подходишь. Не держись за веревки. Не держусь. Прыжок с ногой, руки в стороны, голова наверху. Прыжок с ногой. Молодец. Ребят, много песен. Да не успею, мне кажется. Успеешь. Горбом. Да, воскресенье на первом. Молодец. Что сказать? Прогнись. Сейчас. Вниз прогибайся. Куда попал? Вот другой дед. Я с Викой работаю, попал. Поэтому, как бы, в смысле попал. Вы садитесь, когда Вик раз, пошла с пулей на нос. Смотри, опять. Почему ты не успеваешь, потому что ты складываешься. Тебе должна быть нога, вот ты вышел прямые. Ну, подними чуть-чуть. Вот тебе нужно движение. Капельку раз и все. Что просто не гладко движение, а чуть-чуть сломано. Прямо вот носок каждый просто просит. Что-то с... А, стой. Выход в стойку. Да. Виктория. Отпасть. Сложно. Что, все, пошел-то? Нет. Что? Спасибо, что были с нами, поддержались. Поддержали. Увидимся из чё. Пока.